погода в Самарской области безоблачная и без осадков. Днем минус 2, минус 4 градуса, ночью минус 7, минус 9. Северо-западный ветер 2-4 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем минус 1 в темное время суток, минус 7 градусов. Северо-западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, в дневное время минус 3 градуса, ночью минус 9. Северо-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 3, ночью минус 9 градусов. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.